Так, суперлуния 27 апреля 2021 год. 4:55 по Киеву, в Харькове. Совсем уже низко над горизонтом луна. Суперлуния – термин совершенно ненаучный, обозначает, что полная Луна находится на ближайшем расстоянии к Земле по своей орбите. Луна сейчас в перигее, в 6:33 по Киеву это будет этот момент, то есть через полтора часа. Ну, это уже несущественно. Это будет ближайшее расстояние и полная освещенность. Луна на одной линии находится с Землей и Солнцем, поэтому мы с Земли видим ее полностью освещенной. Колебания земной атмосферы создают впечатление, что на Луне есть протуберанцы, как на Солнце. Колеблется край Луны. Плывет. Конечно, когда в зените Луна, такого эффекта нет. Это колебания земной атмосферы. Снял в предыдущем дубле и МКС, и Юпитер, и Сатурн, и Галилеевы спутники. В общем, полный джекпот. И суперлуния. В принципе, можно и сейчас навестись на Юпитер и Сатурн, но это только если у вас очень крепкие нервы. Потому как попадать в резкость и в кадр с увеличениями 125 крат. Нужно обладать не моими сноровками. Так, ну что? Красавица. Индейцы называли ее розовой луной. Это полнолуние индейцы называли розовой луной. Какие у них там ассоциации, не знаю. Говорят, там что-то цвело у них соответствующего цвета в этот момент. К нам еще и машины едут, это же надо в чистом поле. Ну пошли тогда на Юпитер посмотрим, пока она шумит нам тут будет. Под боком. Где Юпитер? Ёлки-палки. А, вон он. Я уже думал, Юпитера не видно. Юпитер еще видно. Вот он, наш замечательный газовый гигант. Все та же пресловутая дымка в небе, на которую я уже устал ссылаться, как на некоторые оправдания своим кривым рукам и неспособности
видеосъемки. Наверное, вот это оно. Я вижу экваториальные полосы. Вы видите, какой у нас тут ветер. Я даже спутнички вижу слева. Касаясь Юпитера, зараза, ветер. Ну что ж ты будешь делать? Хоть телом закрывай, честное слово. Так вроде хорошо навелся. Резвенько и на тебе. Да, я вижу. Так это уже я, это уже не ветер. Справа далеко. Ну-ка, листа уже не видно, конечно. Да что ж ты будешь делать? Хоть с плащ-палаткой выходи. Экваториальные полосы вижу очень четко. Касается буквально слева Юпитера. Это Ганимед, по-моему. Просто сливаясь уже с Юпитером. Потом идем дальше. Ио, спутник. И в конце Европа. Да, неплохо получилось. Надо же. С предыдущими дублями как-то не складывалось навестись. Ну хорошо, не будем себе нервы портить. Зрение. Пойдем еще разок к Луне. И на том завершим наше суперлунское видео наблюдение. Сейчас-то хоть видно было, что это по земле птица летит, они на Луне летучие мыши завелись. Как-то меня в комментариях прямо веселят вопросы по поводу того, что это по Луне летает. Шнурки от ботинок Армстронга. Наверняка даже Луи. Да, ну ближе уже наводиться смысла нет. Хотя кратность позволяет, но резкости уже не будет никакой.